Ну, смотрим. Сегодня в выпуске не говорим ни слова, сами знаете о чем. Анонсируем новый режим Джаггернаута. Рассказываем про дисконт уикенд. Дисконт уикенд и показывает эту коробку, с которой я рофлил. Всем привет! Джаггернаута много не бывает, подумали мы и решили сделать новый уникальный кооперативный режим. Сразу предупреждаем, что рассчитан он на опытных игроков и требует идеальной координации. Понял, Артемка? Новый Джаггернаут рассчитывает только на опытных игроков. Ты опытный? Это не про меня. Там инфа по стабаку. Ладно, все, тише. Опции действий. Подробнее мы расскажем о нем в нашем следующем выпуске. А, в следующем видеоблоге расскажем. Я понял, делать анонс. А в анонсе был, да, про этот Джаггернаут? Когда был анонс видеоблога в четверг. Типа, там говорили о том, что типа расскажут про Джаггернаут, да? Или нет? Сука, это просто найс. Так что не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы первым узнать о новом Джаггернауте. Март. Стартовал дисконт уикенд. А вы его любите? Очень любите. Обожаю. А вы же его очень любите, дисконт уикенд, и через миллисекунду. Да, вы очень его любите. Даже это типа в одни ворота, типа вопрос. Как всегда, сегодня у вас будет 25% скидка на содержимое. Чего? Они даже в этот раз на МПК ускорение 25% скидку сделали. Даже и тут же зажали. Ё-моё. В воскресенье на прокачку и её ускорение. Также в будет доступно спецпредложение, которое включает в себя 3 дня премиума, 15 тысяч кристаллов и по 20 каждого расходника, кроме батареек и золотых ящиков. Офигеть, Артёмочка, ты видел? Там за 300 рублей знаешь, что дают? 3 дня према? 15 тысяч кри и 20 каждой расходки. Раньше такое за PayPal 50 рублей было, помнишь? Сколько дней преимущества стоит это дня просто так? Боже ты мой, яру. Всего за 299. Всего за 299. Всего, Артём. 99 рублей. Еще у нас появится новинка. Новинка. Коробка, в которой может упасть 30 расходки. Стоп-ящик. Продаваться он будет за 30 танкоинов. Из него случайным образом можно вытащить кристаллы, все расходники, включая батарейки и даже золотые ящики. Просто... Доступен пит-стоп-ящик. Просто остановите, я сойду. Будет только во время дисконта уикенда. Также снова в продаже появятся танкоин-боксы. А на время мероприятия будут запущены особые миссии. Ищите их в HTML5 и Android-версии. А вот и мои супермиссии подъехали. 10 тысяч очков, 10 расходки. Вот это по-нашему. Вот это я понимаю. Фармить так фармить. Ух, боже, ладно, все, я молчу. Всех игры и помните, что надо... При том, что специально увеличили именно это место, нет, чтобы увеличить что-нибудь нормальное. О, кстати, надо будет зайти на основу, хотя бы забрать мою премочку, мой приз, а то я забыл, как всегда. Сначала зайти в миссии, взять задание и потом выполнять условия, а не наоборот. А чтобы выполнять было интереснее, напоминаем, что во время дисконт уикенда... А так подожди, эти миссии сейчас уже выполняются? Артем! Ну, было зайти, наверное, их активировать. А сейчас уже они... Так, блин, надо зайти, ё-моё, я же... По 10 расходки, ёп! Кто же, если не я, будет фармить? Действуют двойные фонды. Двойные фонды. В прошлый раз мы рассказали вам о новом устройстве для Гаусса, но сделали это недостаточно развернуто, а потому получили множество комментариев с одной и той же просьбой рассказать подробнее. Да ты Выполняем. Что? Выполняем! Итак, новое устройство добавляет электромагнитный импульс к попаданию по сопернику и снимает с вашего противника действие всех эффектов припасов, кроме овердрайва. Неважно, была ли у него активна только броня или полный комплект с двойным уроном и ускорением, попадание после сведения снимет всю его расходку и запустит кулдаун для ее использования. Да, он будет короче обычного, но все равно не даст ему сразу использовать расходку.
Перезарядка после выстрела со сведением будет выполняться куда быстрее, но урон от такого попадания будет сильно уменьшен. Отмечу, устройство не влияет на обычные выстрелы. А как вы думаете, сможет ли это нововведение изменить подход к игре? Пишите в комментариях и помните, что устройство вы можете найти в комплекте с XT-скином и эффектом выстрела в магазине уже сейчас. Нет, здесь надо было сказать не уже сейчас, а всего лишь за 2999 рублей. Эх, плохая работа. Прошел финал турнира мастера паркура в английской локали. Победила команда «Летающие паркуристы». Их преследователи так и не смогли выполнить финальный трюк, хотя и были близки. Как всегда, посмотреть полную версию финала вы сможете по ссылке в описании. Заодно сравните с прошедшим ранее финалом в русской локали и скажите нам, кто вам понравился больше. На Ютубе! Что происходило на Ютубе на этой неделе, узнаем прямо сейчас. Все новое это... Гранд-финал турнира Мод Соло уже на пороге. Игрок с ником File104 идет финал уже прошел. Вечером в следующую неделю в 2 Alert, Кунгур, Парма, Трибьютик в деле. Ведь доплей новости на этой неделе. Увидимся на следующей. Не, ну что я могу сказать? Супер видеоблог. Очень информативный. Единственное, что здесь можно было посмотреть, это, наверное, 30 секунд для всех тех ребят, которые не особо поняли, что с Гауссом произошло. Но, в принципе, можно было бы посмотреть видеоролик какого-нибудь другого, например, человека, и там тоже все понять, обзор даже посмотреть, и все вообще будет великолепно в этом плане. Ну, а так, что я могу сказать? Я побежал фармить 10 ДДшек. Я считаю, что 10 тысяч опыта, 10 тысяч опыта, 10 расходки, блин, великолепно, просто великолепно, поэтому я лечу просто фармить, где мой фарм, там дальше уже все, да? Угу. Очень. Надо собрать маме.